Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Бурса – четвертый по величине и численности населения город Турции. Кладезь османской архитектуры, памятников, мечетей, столица ткацкого ремесла и самый зеленый город страны. Бурса находится в 150 километрах от Стамбула, и туристы, как правило, приезжают сюда в составе однодневной экскурсии. Добраться можно на машине или на пароме, которые по нескольку раз в день ходят из порта Йенікапи и стоят примерно 30-40 турецких лир. Состоялось открытие почетного консульства Кыргызской республики в провинции Бурса. В торжественной церемонии открытия приняли участие чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики в Турецкой республике Кубанычбек Умуралиев, губернатор провинции Бурса Якуп Джанбулат, мэр города Алинур Акташ, генеральный консул Кыргызской республики в Стамбуле Лира Сыдыкова, депутаты Великого национального собрания Турции, представители местных органов власти, а также представители бизнеса и граждане Кыргызской республики. В своей речи Умуралиев выразил надежду, что открытие почетного консульства Кыргызской республики в провинции Бурса придаст импульс дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономическом направлении между двумя странами. Также выразил надежду, что вновь назначенный почетный консул Билал Тутуш достойно справится с поставленными задачами по защите прав и интересов граждан Кыргызстана, прибывающих в провинцию Бурса. По окончании торжественной части мероприятия была проведена встреча с гражданами Кыргызстана, прибывающими в Бурсе. В ходе встречи были обсуждены вопросы по оказанию консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской республики, а также предоставлены ответы на вопросы соотечественников. Öncelikle ata toprağımız Kırgızistan ve kardeş Kırgız halkına buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz kurum adına. Hoş geldiniz diyorum size. В первую очередь от имени организации хочу поприветствовать родственный народ Кыргызстана и выразить свое почтение. Вам же хочу сказать добро пожаловать. Мы как организация представляем образовательные услуги в Кыргызстане на основе соглашений, которые были составлены между двумя странами еще в 1996 году. Со времени открытия до сегодняшнего дня наша организация предоставила сертификаты 33 тысячам курсантам. Общее число на сегодняшний день составило 100 тысяч человек. Это довольно большая цифра. Кадромуз, меркемизде чалышан кадро, Түркиядан сечилерек келен. Должности в нашем центре занимают преподаватели-носители языка, которые проходят отбор в Турции и являются профессионалами своего дела. Это является плюсом нашей организации, так же, как и для наших курсантов. Наша организация сотрудничает со многими университетами в городе Бишкек. Также во многих регионах Кыргызстана наши курсы продолжают свою деятельность. Среди них Ош, Джалалабад, Каракол и другие населенные пункты. Наши курсы являются бесплатными. По окончании курсов мы выдаем сертификаты. Этот сертификат является официальным и действует он на территории Турции. Когда наши курсанты приходят в нашу организацию, перед нами открывается множество возможностей. Работа, образование. Мы, в свою очередь, являемся неким ключом. Курсларымызын битен öğrencilere сертификат veriyoruz. Bu sertifika Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi sertifikası. Большинство наших курсантов являются студентами. Это примерно 70% от общего числа обучающихся. Это наши друзья. Студенты приезжают с целью обучиться в Турции. Также получить степени магистра и доктора в различных университетах. Среди этих целей, конечно, очень необходимо выучить турецкий язык. После пандемии спрос на них огромный. Мы с трудом справляемся с этими требованиями. Мы одновременно организовываем такого рода мероприятия в университетах. Они нам помогают, мы им помогаем. И правда, это очень приятное объединение, очень приятная среда, которую мы создаем. Мы очень рады служить им, быть в окружении вместе с нашими братьями и сестрами.
Мы гордимся тем, что эта дружба – наш совместный труд. Я повторюсь, принятие этой задачи делает нас очень счастливыми, как учреждение. Томер – ваш дом. Приезжайте сюда, и вы увидите гостеприимство Турции, милосердие и дружбу. Это ваш дом. Давайте будем единым целым, единым языком и будем всегда дружными. Приветствую всех вас с уважением и любовью. Burası sizin eviniz. Gelin, bir olalım. İri olalım, diri olalım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Уважаемые телезрители, как вам уже известно, съемочная группа телепередачи «Мосдружбы», побывав в разных странах, освещает материалы об образе жизни, быте, культуре, достопримечательностях разных стран и народов. В этот раз мы предоставим вам возможность ознакомиться с видеоматериалами, которые подготовила наша съемочная группа Северного Кипра. Напоминаем, что в прошлой программе вы познакомились с турецким городом Кахраман-Марашем, а в следующей передаче вы с нашей помощью совершите небольшое путешествие в город Иныгел турецкой провинции Бурса. Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет более 400 тысяч человек. Подавляющее большинство населения – этнические турки, представляющие две общины – местные турки-киприоты, около 1/3, и анатолийские турки-переселенцы из Турции – 2/3. Столица – Левкоша, главный город – Мафагуста, Гази – Магоса, Кирения – Гирне, Гюзельюрт – Морфу. Каждый город имеет сразу два названия – греческое и турецкое.
Прямые авиарейсы в единственный аэропорт Северного Кипра Эрджан выполняются только с территории Турции, Стамбула, Анкары, Анталии, Измира и Аданы. Их регулярно осуществляют местные авиакомпании Turkish Airlines, Atlas Jet, Pegasus и Anadolu Jet. Время в пути около часа. От аэропорта до столицы Северного Кипра – полчаса езды, а до Фамагусты и Киринии – около 40 минут. Климат Кипра средиземноморский, умеренный, с сухим, жарким летом и довольно теплой зимой. Летняя жара продолжается с середины мая до середины октября, когда температура может подниматься до плюс 35. В тени, впрочем, благодаря умеренной влажности, жара переносится легко. В экономике Турецкой Республики Северного Кипра доминирует сфера услуг. Существует также сельское хозяйство и легкая промышленность. Одной из основных ниш бизнеса является сфера образования. На Северном Кипре есть 6 частных университетов, большое количество колледжей и школ, таких как English School of Kyrenia. Также развита сфера строительства недвижимости. Другим столпом экономики Турецкой Республики Северный Кипр можно назвать частный сектор медицинского обслуживания.
bitti? Kırayla kom mu bitti? Bir komunal iş bu. Süper. Yapak yapak kom mu? Nim. Ay ne yapıyorsun? Yapak süper. Alo. Langsam, also. Ein Minute, serviert kein Problem. Gebete Tambo. Wie heißt du? Luna. Luna, Pinocchio, alles Luna. Nimm. Ui. Also. Schoko. Schokolade. Schokolade, kein Problem. Schokolade, kein Problem. Природа на севере острова поистине близка к райской. В сценарий идеального выходного дня гармонично впишется хайкинг. Киренийские горы, растянутые на десятки километров, достаточно внушительны и высоки, но ровно настолько, чтобы запросто покориться активному человеку. Семидесятилетнее виноградное дерево в Северном Кипре вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Занимая площадь 224 квадратных метра, дерево дает 3 тонны винограда в год. Дерево посажено на пляже Ешелермак Северного Кипра.
мечеть Лала Мустафа Паша, построен в 1298-1312 годах во время правления династии Лузиньянов и был главным католическим храмом региона. Именно в этом храме проходило венчание монархов на Иерусалимский престол. Прообразом собора стал знаменитый Римский собор во Франции. Во время осады войсками Османской империи в 1671 году собор был поврежден пушечным ядром и пристроили минарет, обратив собор в мечеть. В 1974 году мечеть получила имя турецкого полководца, командовавшего войсками во время осады Фамагусты в 1570-1571 годах – Лала Мустафа Паша. Рядом с храмом растет фиговое дерево, которое было посажено, если верить табличке, в 1299 году. Туристы полюбили отдых на Северном Кипре за то, что для въезда в страну виза не требуется. Северная часть Кипра ясно понимает ценность туризма. По сути, это одна из главных статей дохода страны, поэтому условия для путешествия по этой части острова ничем не отличаются от сервисов Турции и Греции. А по доброжелательности и приветливости турки-киприоты даже превосходят южан. Наиболее популярны у туристов такие города Северного Кипра, как Киренея, Фамагуста и Дипкарпас. Причем количество туристов из Европы и Израиля в этих городах значительно превышает количество россиян. Во всех приморских городах имеются отели и гостиницы любого уровня. Здесь же можно взять на прокат машину, на которой всю страну с запада на восток можно проехать за полдня. Кроме того, хорошо развито автобусное сообщение и явно лучше, чем на юге острова.
кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. Музей представляет собой 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре. Кухня Северного Кипра – смешение турецких, греческих, кипрских, ближневосточных и среднеземноморских кулинарных традиций. Как следствие, морепродукты и рыбу здесь готовят десятками способов, равно как и кебабы с мезе – холодными или горячими закусками. А о сладостях понятно и говорить нечего.
популярные блюда, ближневосточные холодные закуски, хумус и джаджик, малихия, куб-кебаб или клевтика, турецкий кёфте и долма, знаменитые домашние сладкие кипрские пресервы маджун. Yeah.
Buradan gelen de oradan.